Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, как изменилось его мнение о вас с начала встречи и сейчас. Что он думает у вас сейчас? Как изменилось его мнение у вас? Вот здесь мужчина не проявляется, но думает, знаете, вот такое чувство, что в голове мысли как рой пчелиный по кругу постоянно. Ну, знаете как, могу сказать, что вы для него это вершина вообще самопознания. Вы лучшее, вы солнце, смотрите, самая вершина горы, и вы этот свет. Он понимает это, вы какая-то умничка, какая-то ясная, какая-то светлая, которая несет свет людям в жизнь. О чем речь? Помогаете. Возможно, кто-то благотворительностью занимается, возможно, кто-то действительно словом, кто-то делом помогает. И вы в прямом, либо же в переносном смысле освещаете жизнь людям. Сердце разбили мужчине. Так, с разбитым сердцем пришел сегодня. Воспоминаниями живет с прошлого. Вы ему дали какой-то совет, какое-то напутствие. Кто-то, возможно, финансово помог, кто-то словом помог, кто-то энергетически помог. Вот раньше, в прошлом, он говорит. А что сейчас? А сейчас он пользуется этими благами, понимаете как? Пользуется тем, что вы ему дали. Да, а вы с любовью давали. Чисто с безупречной, знаете, чисто искренней, открытой душой мужчине. Раскрыли себя, раскрыли свою душу, показали о том, что люди бывают двоякие. И не факт, когда человек показывает тебе что-то, это есть на самом деле. И не факт, что если с тобой произошла определенная ситуация нехорошая с человеком ранее, то это не значит, что это будет повторяться с тобой, когда будет новое, другое. Не держись за прошлое. Иди в новое и не бойся этого. Потому как это не будет повторение. Да, действительно, мне подтверждает Таро здесь информацию о том, что мечта, иди к своей мечте. Ты можешь спотыкаться, ты можешь проходить определенные жизненные уроки, но тем не менее, не отпускай мечту, девчонки. Вот такую информацию передали ему. А мужчина тогда был вообще в разбитом состоянии. Он наполнился вашими словами, знаете, как душу вы ему наполнили. Как этот пустой бокал был, а вы ему... до краев. Он был ограничен в жизни, в проявлении. А с вами как? С вами он раскрыл ту боль, которая находилась в его сердце. Да. Никому раньше ничего не говорил подобного. Что еще о вас он хочет сказать? Вы ему дали желание жить, вы ему дали силы, вы ему дали энергию, потому что вы свет, вы солнце, вы яркое, вы энергетически положительно заряженная, та, которая ауру мужчины буквально, знаете, так засветили. И мужчина, вот такое чувство, когда цветочек завянет, вы его поете, а потом он оживает. Вот так вы оживили душу у вашего мужчины. Ставьте лайк для счастья и гармонии в вашей жизни, пишите «принимаю», «благодарю» для исполнения, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!